Так. Ну вот теперь нормально, бегаешь на месте, дропа в ноль. Нормальный стабильный сервер. Сервисы хороши. В сравнении с кем-то. Все, ладно. Во-первых, мне нужно пойти отдать квесты. Йо! Да, здорово. Короче. Я тут, оказывается, намного больше квестов выполнил, чем кажется. Ну да ладно. Не суть. Еще что-нибудь? Да. Еще два квеста. Блин, почему я не могу отдать все квесты сразу? Вот это бесит. Собиратель костей. Да, я молодец, я собрал кости. Телепорт кристалл получил. Круто. Ну все. Так, кстати, насчет моих целей. Ивентов. Что тут у меня ивенты? А, тут у меня Сасуна ивент. На 79 этаже нужно пойти. Ну, я пойду туда Сасуной попозже. Ну да. Так, босс митинг. Что у нас тут? Есть. Все. Можно пойти завалить босса, но для начала я сейчас перейду в другую локацию и вернусь в этой, чтобы сохраниться, так сказать. Чекпоинт прошел. Надо. Да, и вообще замечательно. Камера остановился. Yes. Ну все, идем на босса. Так, ну давайте начнем. Спасибо, да, все собрались, мы его нашли. Давайте выживем все. Так, возьму с собой Трея, по-моему, самая прокачанная. Докана. Так, будешь сражаться со мной в этот раз? Конечно. Хорошо, рассчитываю на тебя. Да, оставит он на меня. Блин, перед каждым боссом могли бы что-нибудь, не знаю, какие-нибудь другие диалоги все-таки замутить. Хотя бы слова, что ли, поменять. Так, ну, собственно, вот этот урод, которого я ни разу не проходил. Ну, здорово. Бич. Так, во-первых. Во-вторых. Чрозели. Мишаня, здорово, добро пожаловать.
Замечательная консоль. Согласен полностью. Столько хороших игр тут. Время бы найти, чтобы их пройти. Стоять, стоять, я еще не готов. Стрея, захилься! Пока я тут использую зелья бафов на тебя. Я 4. Я третью на PS3 прошел, четвертая лежит, не буду я ее играть. Не хочу тратить 300 часов своего времени на эту игру больше. Так, ну все, теперь можно вольнуть. Захилься. Вместе. Давай, Стрея. Если все хорошо пойдет, мы его сможем завалить. Фиг тебе. Куда ты смотришь? На меня иди. Оставь моих сопартийцев, а то они еще умрут из-за того, что докачивают. Блин, попался. Используй скиллы. Я тоже их использую. Еще немного осталось. Странно. Почему я не мог с ним раньше справиться? Ну, правда. Может, я действительно слишком был непрокачанный. Я пришел тут со 105 уровнем, мои сопартийцы вообще там 80 уровня. Sword Art давно играешь? Ну, как только вышло, играл немного, потом забросил. Вот сейчас на стрим начал проходить. Часов 15 за стрим. Еще дофига. Ай, да где это? Защищайтесь, ребят. Слишком слабенький. Да, у него есть одна атака, которая может тебя убить, но правда он был сильнее в моем предыдущем сейве. Точнее, я был слабее.
готов. Так, MVP. Почему MVP с Трей? Я же его бил больше всего. Какого хэ? Нечестно. Справедливо. Ну ладно. Хотя насрать, главное, мы его победили. Ранг S получили. Никто не умер. Все нормально. Ну а дальше часа два, наверное, диалоги. Прекрасно. Все, погнали. Погнали, активируем портал. О, Кирито. Коносоно активето. Смазать их тазе. О, Кирито. Я закончил с активацией на этом этаже. Хорошо. Тогда давай остановимся прямо здесь на пока что. Я хочу вернуться в Арк Софии и приготовиться к следующей операции. Так что давай на сегодня забьем. Пошли, старее. Да, пошли. Должен быть. Нету респауна. Если кто-то умирает, гейм овер. Начинаешь с самого начала. Ну, в смысле, с последнего сохранения, с чекпоинта. Ну, точнее, если умрут неважные персонажи, то они умрут как бы навсегда и не вернутся. А если как бы умрут мои сопартийцы, вот именно эти, как их, вот Стрея там, Кирит, короче, важные сюжетные персонажи, если умрут, то гейм овер. А если неважные сюжетные персонажи умрут, то они умрут навсегда и в игре их больше никогда не будет. Точка. Трупики. Так что, плюс есть еще трофей, чтобы прошел, чтобы пройти игру, никого не потеряв. Какие еще игры? Ну, я персону закончил, так что дальше вот закончу еще Criminal Girls, Sword Art Online, Freedom Wars, Mind Zero и Senrara Kagura Shinobi Versus и Bon Appetit. Ладно. Эх, ветер ощущается просто прекрасно. Да уж, солнечный свет замечательный. Давай немного отдохнем. Да уж, лежать так на земле напоминает мне о тех временах, когда я задремал с Асуной. У нас была подобная погода в тот день. Ой, я немножко сонный, или точнее, я начинаю засыпать, и я засыпаю, и я сплю, и сейчас встаю. О нет, как долго, блин, я спал. Почему она здесь? Я даже вообще не заметил. Неужели шпионские навыки Стрея? Нет. Шпионские навыки Стрея действительно нечто. Кажется, она спит очень хорошо, но она слишком уязвима, даже если мы находимся в безопасной зоне. Ну и ее кожа видно тоже. Блин, я даже не знаю, куда мне смотреть. Она выглядит очень счастливой. Да, ее невинность, безусловно, одна из ее прелестей. Чё?
Я... Мне страшно. Все... Все хотят сломать. Эй, эй, что происходит? Ты в порядке? Кирито. Кирито? Откуда? Ну, как бы тут альтернативное развитие событий, так что... По сути, тут, как я уже рассказывал, в битве, где нужно... Короче, в битве с Хистликом в 14 эпизоде все пошло совсем не так, игра не закончилась, САУ продолжается. Ну и, собственно, случилось так, что... Что персонажи, которые в будущем появляются, появились здесь. Потому что все пошло немножко по-другому. Там долгая история. Штир, а что ты его ненавидишь? Кибер не работает. То говно никогда не работает нормально. А чё не нравится? Нормально работает тут хотя бы. Нету тропов, нету проблем. Кирито. Да, это я. Ты в порядке после этого кошмара? Пахнет ахинеей, нет? Не знаю, мне очень нравится альтернатива, как тут развивается. Так что я полностью доволен. Тем, что я видел за все 20 часов. И реально, это просто замечательно. Кирито! Кирито? Что такое, Стрея? Прости меня, Кирито. Могу я еще ненадолго вот так побыть? Да, хорошо. Она трясется. Или точнее, она дрожит. У нее действительно был плохой кошмар. Она выглядит очень зрелой, но все же. Она как маленький ребенок. Как будто она непоследовательная. О, Господи. Я не хочу исчезать. Хм. Исчезать? Гомене, Кирито. Чё-то куае ме умичатта митай. Извини, Кирито. У меня был кошмар. Да все хорошо. Ты действительно будешь в порядке? Мне действительно очень страшно, но я буду в порядке. Ну и я чувствую себя прекрасно после того, как поспала с тобой, Кирито. Так, неужели ли она снова отклонилась от моих вопросов? Она довольно капризная. Что такое? Да не, ничего. Ну, окей. Эй, давай как-нибудь снова задремаем вместе. Конечно. Возможно, в один же прекрасный день, как сегодняшний. Воу! Найти Юи перед тем, как пойти спать. Поговорить с Сион в ее комнате днем. Лиз хочет, чтобы я пришел к в ее магазин. Извиниться перед Силикой, когда еще есть свет снаружи. Ну и пойти на 79 этаж. Извиниться перед Силикой, это за то, что я видел ее голой, пока ее чуть не сожрал монстр, который сжигал всю ее одежду. Я ничего не сделал! Почему я должен извиняться? Я ее спас, наоборот. Так. Ну, смотри, если тебе более подробно интересно, как тут все герои попали, можешь найти видео на ютубе, там все расскажу. Но в двух словах, как бы...
Лифа сначала сказала, что сама не знает, как тут попала, но потом сказала, что она вообще-то взяла просто Нефгир и использовала аватар из Алло и, собственно, пришла сюда, чтобы помочь своему брату. Не хотела его бросить. Потом Сион, как Сион тут попала, непонятно. Ну, как бы, тупо появилась, она упала с неба. И почему она здесь, и вообще, кто она такая, даже она вообще, у нее воспоминания потеряны. Ну, а Астрея это вообще новый персонаж, который только в игре присутствует. Привет, Психлон, ты узнал новое слово «задремаем»? А почему ты на Твиче? Как бы с событиями, те, что происходят по основному канону Паранабе или аниме, никак не связаны с тем, что здесь происходит. Это же две альтернативные, как бы это альтернативное развитие событий, так что... Только до 14 эпизода по анимке, и потом уже тут идет свое. В этом, собственно, и замечательная эта игра, потому что что-то новое, и а что если? Люблю я такое. А что если? Так, ладно. Ну, собственно, давайте начнем с ивентами. Так, Twitch на СК тормозит. А напрямую на Twitch нет. Ну, короче, ребят, если у кого-то что-то тормозит, переходите напрямую на Twitch. Вот кто-то говорит, что это ему помогает. Но, по идее, он должен работать замечательно. Это уже проблема. Ну, со стороны логики. Ну, знаешь... Презентных пользователей. Ну, как бы я это понимаю, но тут же было определенное количество этих Нефгиров уже, нам объяснили. И, собственно, те, кто их использовали, смогли зайти сюда. И как бы те, которые были не использованы, их без проблем может кто-нибудь включить и, собственно, прийти сюда. Собственно, так и сделала Лифа. Она использовала Нефгир, который не был использован никем, она нашла его. КЗ куда нашла? Но вообще-то насчет того, кто такая Астрея, у меня есть маленькие подозрения. Но это большой спойлер, может быть. Я начал думать, что она тот, который я думаю, после того, как услышал по медику Боид. Нужен также аккаунт. Ну, он там был. Как бы, ну, насчет вот Лифы мы уже знаем. Она сказала, что просто использовала Нефгир, который то ли у друга, то ли еще у кого-то. Там было все сделано, вроде бы. Она тупо его использовала и использовала свой аватар из Алло. И пришла сюда. Сион, ХЗ. А Астрея... Про Астрея вообще она темный. Темная лошадка. Ладно, найдем Асуну и пойдем сделаем квест с ней. Где там Асуна? Я ее уже пропустил. Потянула смысла. Нажиться. Ну и нажиться тоже. Ну, знаешь, я с радостью играю в эту игру и с радостью куплю вторую часть, которая выходит в мае. Ну, точнее, она в марте, но в мае выходит китайская версия с английскими титрами. Так что пусть продолжает, я не против. Мне нравится. Пока что. Так, 79 этаж. Что? Че это тут у нас?
Кто такой Асуна? Я думаю, что это редкость. Это церковь, да? Ну, это правда. Мы не видим такое часто. Может быть, какой-нибудь особый ивент произойдет? Давай войдем. Да. Проси за вторжение. Никого здесь нет. Это звук бьющегося металла, похожий на то, что слышится в кузнице. Но это же церковь. Похоже, ивент сейчас начнется. Я тоже так думаю. О, там кто-то есть? Сейчас, секунду. Не хочу сейчас случайно начать ивент с Асуны, и потом окажется, что этот ивент можно было пройти с любой из тян. Потому что я не хочу с Асуны. Я лучше другую тян завалю. Так, загрузить. Да. Сделаю бэкап сейвов. Это NPC. Давай поговорим с ним. Погнали. Оя, окексама дештака. Фудан ва коубоу ни комотта иру моно де, кизуказу сицурэй шимашита. О. У нас гости. Я обычно работаю в своем рабочем магазине. Извините, что не заметил. Коко ни коубоу га ару ндеска? Это... Блин, я забыл слово воркшоп. Да, это глупо, но я забыл. Нерабочий магазин. Какая стян? Мне больше всего нравится Стрея. Пока что. Собственно, новый персонаж. Кто-нибудь напомните, пожалуйста, слово воркшоп. Потому что я не помню. Татарчик, ты наркоман. Я последний. Нравятся темные девушки? Да не, просто мне нравится ее характер. Немного. Как бы... Не то, что я люблю таинственных тян, просто вот так. Ладно. Мастерская. О, спасибо. Да, мастерская. Вот это слово я искал. Это мастерская здесь? Да, здесь, позади здания. Да, священники в этом мастере... Льет серебро и драгоценный металл. Ну, мы можем существовать только продавая аксессуары и, как, например, вот такие кольца. Кольца? Так это пара колец, о которых Юй упоминала насчет квеста. Это привлекло мое внимание, потому что эти кольца были сделаны в церкви. Давай спросим. А мы ищем кольца. Какие кольца?
Ну, кольца, парные кольца. О, цуйно юбива деска. Парные кольца. Кирито-кун, Шиппу-сан на атама на уэ, кийро на квестион марку га дэтэру. Кирито, там золотой знак вопроса появился над головой отца. Попа. Так, квест активировался. Ятта! Юй-чан но иттета гишки но квесто тте коре но кото да йоне? Замечательно. Так это церемониальный квест, о котором Юй упоминала. Да, идет все хорошо после того, как мы услышали об этом от Юй. Но говорить о кольцах в церкви, не кажется ли тебе это довольно... Нет, не думаешь, что требования будут довольно трудными? Ну, может быть, он сможет... Он активируется и с другими темами тоже. В любом случае, все идет хорошо. Да, давай продолжим дальше с такими вещами. Я сделаю это, если вам необходимо. Обычные кольца можно сделать даже сейчас. Хм. Тогда это значит, что есть и особые кольца, кроме нормальных колец. Да, если ты получишь металл с этого этажа, прекрасный и сияющий, прекрасные сияющие кольца могут быть сделаны. Десга, сильный кайбуц га мамоттейру таме, заилио га тэ ни хайризрайн дес. Коно мачи но ниши ни наавари о моц кайбуц нан десга. Но очень сильный монстр охраняет их, так что очень трудно их заполучить. Это чудовище находится на западной территории города. Коно атари де шугё ши нагара, юккури чикара о цукете, тадакай ни идому то ии дес ё. Будет лучше для вас, если вы потренируетесь в этой области и станете сильнее, прежде чем бросить ему вызов. У нас нет времени на это. Шимпсан, аригатоу гозаимашита. Зайрио га тэ ни хайттара, сугу моттекимасу ноде. Спасибо, отец. После того, как мы получим материалы, мы принесем вам их как можно быстрее. Э, омачи ште оримасу. Да, я буду ждать. Будьте осторожнее по пути. Асуна. Да, я знаю. Давай соберем материалы сейчас. Ты готов, Кирито? Да, я всегда готов. Так, у меня у одного чувство, что это подстава, и ты будешь сасну, если не сменишь тянку. Но знаешь, у меня тоже это чувство, но не знаю, что сейчас будет. Ну, если что, я загружу сейв и приду с другой тян, с которой хочу. Ну то, что, пошли? Хорошо, сначала давай пойдем на запад, за пределами города. И будем искать монстра. Этот объект действительно связан с квестом. Собрать материалы как можно быстрее и вернуться тут обратно с Асуной. А я могу вернуться не с ней. Вот что мне интересно. Что тут у нас от Асуны?
Так. Квест про кольца, о котором на Юи рассказывала. Это он, да? Окей. Нам нужно найти материал на 79 этаже. Ну, блин. Сейчас посмотрю ивент-лист. Так. Сохранись отдельно. Не могу два сейва делать. Только один. Как бы, если я загружу старый, то перезапишу новый. Только если к компу подключить и сделать бэкап. Тут не дают несколько слотов в этой игре, урода. Так, ну как я вижу, тут написано с асаной. Так что этот квест нужно обязательно делать с асаной. Так что нет, с другой тянкой не сработает, как я понимаю. Хотя, если я сейчас вернусь в город и возьму другую тян, может с ними активируется? Что такое? Где тут? Пока. Если бы там было написано «найди кольца и потом возьми девушку», то тогда, наверное, можно было любую. Так. Где Тян? Отбегался. Какой отбегался? Я только начал. У меня сколько в этой игре? 23 часа. Я даже сотни не достиг. Где эти тфари? Силика, где ты? Yes. Так, здесь Элизабет. Элизабет не нужна. Лифа. Yes. Нет, с Лифой yes. У меня отношения. Просто с Асуной у меня еще отношения до 4 ранга на прокачаны. И с Силикой тоже. Так что они, по сути, наравне. Блин, у меня начнется ивент с Силикой. Ну ладно. Начнем ивент с ней. Спасибо большое за помощь мне в поиске предмета, который поможет Пине расти. Нет, на самом деле, прости меня за тот инцидент. Да все хорошо, тебе не надо извиняться. Да, но если бы я помог тебе раньше, то твоя бы броня не растаяла бы. Ты опять об этом подумал? Прости, в качестве извинений я куплю тебе новую броню. Я не могу принять это извинение. Ты мне помог так много раз. Кирита. И это была полностью моя вина за то, что я стала мишенью этого монстра. Но тогда мне действительно было очень жаль насчет этого. Тогда как насчет подарка от меня, Силики? Подарок? Да. Ну, это никак не связано с извинением. Ты пришла на верхний этаж, поскольку ты беспокоилась обо мне. Это в качестве благодарности.
этот подарок. И Силика так старалась до сегодняшнего дня. Мне нужно похвалить тебя как-то. Кирито. Как насчет этого? Ты это примешь? Тебе не надо заходить так далеко. Да ладно, уже начали, идем дальше. Я приму этот подарок от Кирито. Ну, извини меня, то, что я заставила тебя ходить везде вот так. Да все хорошо. Я обычно иногда проверяю все магазины. В самом деле? Ну, мне было очень весело. Это прямо как свидание. Но в любом случае, Пина всегда сидит на твоих плечах. Неужели все приученные монстры вот так, скажем так, сидят там и идут с тобой? Да ничего подобного. Ну, некоторые монстры могут быть такими большими, и если они попытаются сесть на меня, и чтобы я их везла, то меня бы растоптали. Нет. То Силика бы стала блинчиком. Я могу это себе представить. На самом деле, Пина — это имя моего кота, что я ращу сейчас. Мой котенок Пина всегда любил сесть на мои плечи. Так что, когда Пина делает то же самое, это делает меня очень счастливой. Сначала я была очень испугана, ну, касательно обо всем этом, Янг Айнкрада, да? Но я наконец-то поняла, как выжить после встречи с Пина. Я не только встретила Кирито, Пина также помогла мне. Очень много. Понятно. Пина замечательна. Пина сказала именно. Он действительно выглядит горд собой? Разве это не она? Пина в реальном мире такая же. Ну, конечно, они оба миленькие. После того, как мы вернемся в реальном мире, ты придешь и посмотришь на моего котенка Пина. Не так ли? Я думаю, тебе он понравится. Но я бы хотел бы увидеть котенка Пина. Я обещаю. Я приду увидеть его, как это все закончится. Да!
У тебя со склонением проблемы. Ну, я не учил склонение. Я вообще ничего не учил. Что касательно всего этого говна в русском языке, которого я не понимаю.